Видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net. Давайте выполним упражнение номер 73 на странице 44. Прочитайте. Замените каждое выделенное слово синонимом, выбрав его из слов в скобках. Запишите предложение, объясните свой выбор синонимов. Итак, прочитаем первое предложение. С моря дул студеный ветер. Холодный, прохладный. Выделено слово «студеный» мы должны заменить одним из синонимов. Либо синонимом «холодный», либо «прохладный». «Студеный» – это не прохладный, это холодный ветер. Поэтому данное предложение мы запишем так. С моря дул холодный ветер. Записываем данное предложение. С раздельно «моря дул холодный ветер». Точка. Второе предложение. В синем небе ярко сверкают звезды. Мигают, сияют. Сверкают – это значит, они сияют. В синем небе ярко сияют звезды. Записываем в раздельно. В синем небе ярко сияют звезды. Третье предложение. Стояло жаркое лето, безоблачное, знойное. Жарко – это значит знойное. Стояло знойное лето. Стояло знойное лето. По улице пронеслась пожарная машина. Проехала, промчалась. Пронеслась – это значит промчалась. По улице промчалась пожарная машина. Записываем по раздельно. Улице. Промчалась пожарная машина. Разберите первое предложение по членам. Давайте еще раз запишем первое предложение. С моря дул холодный ветер. С раздельно моря дул холодный ветер. И разбор по членам предложения мы начинаем с главных членов. О чем говорится в предложении? Говорится про ветер. Это подлежащее подчеркиваем одной чертой. Что говорится про ветер? То, что он дул. Дул – это сказуемое. Подчеркиваем двумя чертами. Теперь мы должны будем найти второстепенные члены и поставить к ним вопрос. Дул откуда? С моря. Дул, в скобках вопрос, откуда? Знак вопроса. С раздельно моря. Ветер какой? Холодный. Ветер, в скобках вопрос, какой? Знак вопроса, холодный. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.